Ой, ты уже от этого пошел? Да я уже даже начал, кстати. На связи Чандер Альмина, это... Башня Фантазии. А где здрасте? Здрасте, я сказала здрасте. Сказала? Видимо, да. Ты сказала в микрофон, расположенный где-нибудь в другом месте, потому что этого не было слышно. Ну все равно здрасте, ладно. Еще раз здрасте. Здрасте еще раз. Так, короче, мы продолжаем исследовать вот эту местность. У Альмина уже почти 100%. У меня встал вопрос, где вот здесь расположен, скорее всего, внизу, я думаю. Ну, посмотрим. Смотря где ты. Вот здесь. Если ты на мосту... Под мостом я находил уже. Нет, под мостом я находил. Под мостом уже вопрос решен. А меня интересует другой вопрос. Поэтому... Так, у меня что-то еще есть вот здесь, кстати. Отмечает. Блин, оно... Я слишком отдалил. Я-то думаю, фиг ли оно не отображается, а я слишком отдалил. У меня еще что-то где-то вот здесь, по-моему. А где вот здесь? У меня есть... одуванчик я увидел. Я увидел одуванчик. Я стою на мосту. Да, хорошо, я поднимусь. Как ты соизволишь, телепортируешься? Угу. У меня здесь еще суплайпод где-то, где я пока что не вижу. А, нашел. Таким вот образом он легко пробивается. Сейчас я еще немножко вот в эту сторону, чтобы, ну ты понимаешь, подсмотреть, есть ли там чего-нибудь. Параллельно собрать кристальчики, конечно. Так, кристаллы собираем. Надо шмотки качать. Да. Согласна. А то кто-то там уже обгоняет в очередной раз. Сколько у тебя, говоришь? А я так и не сказала тебе. Не сказала, да. У меня 17303. Ой, все, у меня 17023. У нас была, кстати, ребят, забавная ситуация. У меня было 17023, а у Альмины было... 24, да. Все равно больше, на один. Ну вот оторвалось. Надо поэтому качать шмотки, чтобы вот развиваться. Плюс надо качать матрицы, разумеется. Конечно. Все надо качать по-хорошему. Все надо качать, совершенно верно. Так, здесь, ну, мы сюда еще придем. Предлагаю чуть вот в эту сторону. У тебя World Exploration только остались, да? Две штуки. Да, остались только они. Хорошо. Так, вот отсюда, скажи мне, пожалуйста, где? Сверху. Вижу. На грузовике. Вижу. Беру. Это был волк. Да. Да-да, не забывайте, кстати, писать в чатике, чтобы не быть офкьюзером. Кьюзер. Угу. Чпуньк. Есть контакт, золотая круточка. Не могу еще покрутить ничего. А что-то могу. Волк! А что могу покрутить? Опять вельветку? Ну давай вельветку. Ой, я, наверное, красную могу покрутить сейчас. Снова копье. Нет, 1475, еще не могу. Почему? Так, погодь, а вот здесь где? Я думаю, что это наверху. А, я вижу. Так, стой на месте, сейчас вернусь. Все, здесь я взял. Вот это я тоже брал, это убрали. Возвращаюсь. Телепортация. Поменялись. Твоя пирамидка. Мой суплайпод. А я-то за что? Оглушена. Да. Похилюсь. Так, в
Внизу есть, да, внизу отметка есть. Предлагаю все-таки на запад. Мы будем методично исследовать карту, да? Да. Мужчина, скажите мне, пожалуйста, а у вас есть имя? Он говорит, зовут его Криус. Почти как генерал Гриус. Может опять это ГСКГ поменяли? Может быть. Да, он не был у меня. Я тоже. Вот видишь, не зря. Ну, он такой видный мужчина был. Здесь у меня и показывается метка, но на деле этой метки у меня уже нет, потому что я открывал, оказывается. Что? Цветок уже съел. Цветок уже съел, да. Или вот этот цветок ты уже поджег. И вот этот цветок я уже поджег. И то, и другое. И можно без соли. А здесь достаточно много всего, но я предлагаю это на оборотном пути. Либо, если это на этой высоте... Но это не на этой высоте, да? Нет, это наоборот даже сверху. Поэтому на оборотном пути мы будем методично идти. Под мостом, над мостом, там говорю. Около моста. Ой, у тебя тут есть цветочек? Где? Вот здесь снизу цветочек, по-моему. Которому надо скормить. Цветочек, которому надо скормить? Здесь? Здесь да, нету. Наверное, ты собирал тогда. Не исключена вероятность. У меня есть вот тут. Вот тут вот что-то вот есть. Вот пока что я не понимаю, что здесь, но здесь что-то есть. Вот оно, оно. А где оно? Я не знаю. Наверху? Да нет. И снизу нет. А что снизу должно быть? World Exploration здесь должен быть. Но где? Я его не вижу. Айсберги, смотри. Так, это мы потом нажмем. Да я не вижу, я тебе серьезно говорю. Это World Exploration, должен быть вот он. Вот он, вот он. Вот оно? Вот он. Так. Та гора слишком близко. Нифига себе, сказал я себе, как высоко оно. А как я туда заберусь-то вообще? Вы сумасшедшие? А я знаю как. У меня есть тактика, я буду ее придерживаться. Подожду тебя. Я сделаю вот так. После чего я сделаю вот так. После чего я сделаю вот так. И вот у меня даже получилось. Ха, может быть даже ра и шо. Так. У меня вот тут есть сундук. Кстати, у тебя вот этот отмечается. Кто? Сплайпот. У тебя не был отмечен? Возможно, я была с этим, с квестом, и он меня не отмечал. Но в квесте не отмечается, мы это уже обращали внимание, да. Поэтому я тебе тогда и сказала. Да-да-да. Это было такое уместное замечание. Опять наверх? Да ты издеваешься, ну игра, ну серьезно. Вот так вот ты идешь и... Гора. Причем гора в обратную сторону. Ледяная. Да. Ладно, ладно. А ты на нее уже залезла, что ли? На кого? Нет, я снизу бегаю. Снизу. Шишки собираю. Шишки, это на фиолетовую еду. Помню, когда-то мы... Ох, нужна фиолетовая еда нужна. И на самом деле на старте игры, ребят, нужна. Ну, то есть объективно, фиолетовая еда нужна тебе на старте игры. Как ни странно. Потом тебе эта фиолетовая еда нафиг не нужна уже. Потому что есть хилы, и тебе толку от этой еды, ну, ноль. В целом, ты, ну, никогда не ешь. Не то, что почти никогда, ты, в принципе, никогда не ешь. Может быть, знаешь, редко, как-то так. А так, в целом, в этом уже нет необходимости. Так, почти дошел. Здесь еще собираю. Все вот эти вот сундуки надо собирать, потому что здесь опыт. Тут матрицы бывают и опыт для оружия, что тоже хорошо. Оружие прокачивать все равно надо будет. Так, здесь я ничего больше не вижу, поэтому я двигаюсь дальше на запад, Оля.
волк. А я тебе предупреждаю о скором донате. Внезапно. Так, это я открывал здесь? Это открывал, да. Оно красное. Ну, вполне логично, но... Так. Я надеюсь, ты слышал, потому что оно уже отправлено. Услышать-то я услышал. Оно оплачено. Деньги уплочены? Да. Ой, да. Увидел. Увидел. Киану Ривз сказал, что ты замечательная, Оля. Спасибо. Тебе спасибо. Музыку ты туда вставляла, нет? Да, поэтому... Ой, понял. Делать. Ну, мне куда-то туда. А, вон я даже вижу. Бам. Точное попадание. Цель. Угу. Я за хвостиком своим гонялась. Кошка. Отлично. Так, опять здесь где-то, да? Нет, нет. Здесь порядок. Не, вон он, цветок. Так, мама, это ты тоже анпин. Так, есть вариант добежать вот до тех одуванов. Ой. Опять ты мне передала. Не-не-не, сама смотри за ними. За теми. Ну, за теми, кто присылает там. А нафиг, вот на полном серьезе, ребят, можете в комментариях в том числе написать, а нафига вот кидают в команду? Вот это вот, хотят в команду. Ну, мы бегаем вдвоем, да, мы бегаем просто по миру вдвоем. Зачем к нам пытаются залезть в команду? Это точно не со стрима, ребята, соответственно, а нафига? Какова цель? Если на боссов, мне понятная идея на боссов, но мы же не на боссов. На боссов собирают отдельно, на боссов собирают специально, на боссов собирают, вы видели как, мы показывали это неоднократно. Соответственно, вот здесь зачем? Зачем вот так вот? Мы просто гуляем, а нам такие кидают приглашения. Для чего? Я лично не понимаю. Давай я поставлю, что мы... World Exploration. Мультиплеерная. Вот так вот. Всё. Ой, а хочешь пробить? Залазь. Кого? Залази. Кого? Треугольник пробить. Возьмем через пробитие. Я уже пошел на пробитие, давай. Что я это? Я что-то немножко вафелька. Прям от того, как у меня неловко получается. Не важно. А, это проб... Да-да-да. Пробивай. Бегу-бегу. Я еще не это. Готово, наконец. Да. Не с первого раза, что ли? Это что такое? О, наконец. Как вы видите, вдвоем можно. Меч только нужен. Коса не подойдет. Мы уже проверяли это. Нужен именно меч. В чем соль меча? Нету дополнительного удара. То есть у меча есть именно вот сразу замах сверху. У косы есть дополнительный удар. Вот такие. Два удара. Даже два удара, да. Так, здесь мне, безусловно, тоже нужно собрать... ящик. Для этого нужно собрать где-нибудь, найти какую-нибудь фигню. Вот это, да? Там еще мужчина есть. Мужчина к этому ящику никакого отношения не имеет. Но он с именем, Оля. Его можно будет убить. Не прыгай на меня! Головокружительный оказался мужчина. Я не назвала это мужчиной. Ну, мужчина внизу крутился, и я предположил, что, наверное, из-за этого у нас звездочки над головой. Крышу, да? Снесло крышу, да. Танцор, знаешь, тот самый. Хронос. Хронос, это значит, что он на время? Муж на час?
Любопытно. Он лампочку сможет крутить? Смотря куда. Ее предварительно купить. Не за мой счет, разумеется. Ту-ту-ду. Ну, достижение он нам дал. А за это достижение мы получили... Ой. Мы получили... 10 черных кристаллов. Чего 1500? Этих очков. Ачивментов? Угу. А где они пишутся? На самой первой вкладке. Ачивментов. А, вижу, вижу, вижу. У меня 1580. У тебя? 1500, говорю. Прям ровно 1500? Ну, мне награду дали за 1500. Ух ты. Как обычно, ничего не достаю из круток. Зато я могу покрутить, наконец-таки, красную. Ой, у меня, кстати, больше. У меня это уже 40-я, получается, крутка Немезиды, с которой я выбиваю ничего. Вообще. Идите в жопу. Нет, я могу, конечно, за 129 очочков сейчас взять Немезиду. Взять, может быть, ее сразу? Купи, лучше купи. Ладно, я куплю. Пока есть возможность, согласен, лучше купить. Согласен, лучше купить. Пока есть возможность. Все, есть симулякра Немезидки, ребят. Наконец-то купили, наконец-то заимели ее. Это, если честно, ужасно. Правда, это ужасно. Заимейте 20 уровень, чтобы получить... Ой, матрицы Немезидки. Да, но там... Я понял. Ну, погодь. Там матрикс-бокс есть просто, понимаешь? Да, есть, но он тоже за деньги. Но он за деньги, это скруток с красных набирается. Ну, то есть он за условные деньги, вроде бы. Сейчас я посмотрю. Погоди. Как бы ты можешь, но там есть магазин с матрицами красными тоже. Мне по-хорошему бы, конечно, заменить это на Немезиду. А вдруг Немезида окажется таким говном, которое мне вообще не понравится. Это может быть, конечно. Но давайте мы все-таки ее прокачаем до 20-го. Качивай. 20-й. До какого сразу могу качать? 30-й. 40-й. А вот дальше уже нужно подумать, стоит ли ее качать. Так, погодь. И теперь, если мы зайдем в крутки, то мы что увидим? Limited Store. Ну, 50 вот этих самых, которые я за 120 же купил, за эти же. И нужно 50 этих же, Оль. Все в порядке. Нужно просто крутить красные крутки. Если тебе выпадает из них мусор... типа там вот хил-палки, то тебе выдают вот эти вот донатные, насколько, ну вот эти ивентовые, скажем так, и там можно, матрикс-бокс. Я бы матрикс-бокс, наверное, даже взял, потому что Немезидка там что-то дает классное, да? А если цель была вылечена, увеличивает вольт урон на какой-то процент, на 20 секунд эффект не суммируется, и только эффект самого высокого уровня применяется при повторном получении. А, я понял. Так, если 4 собрать, то когда лечите себя или свой электрод, в смысле, электрод можно лечить? Не знаю, видимо. Видимо. Хорошо, то получаешь заряд какой-то молнии, да? Следующая атака в течение 30 секунд бросает молнию на цель, нанося урон вольтом, равный, ну, атаке, там, повреждения, понятно. И еще урон электродом или... Ну, электрода снижен на 50%. Это сам электрод бьет меньше на 50%? Или электрод тоже наносит урон, но 50% от твоей атаки? Вот это не особо понял.
Так, может быть запущен не больше раза, раз в 10 секунд. Заряды молнии не суммируются. Только эффект самого высокого уровня. Ну, если честно, спорная тема. Ну, то есть, на полном серьезе. Я думаю, что будет гораздо лучше, а так... Ну, это чисто заточка на Немезиду. То есть, вот это нужно чисто на Немезиду ставить. Больше ее никуда не вставишь. Да. Когда ну, вы исцеляете, это... получаете... Ну, а нафига тебе атака на Немезидке? Хотя, с другой стороны, а что еще ставить на Немезидку? Ну, такая тема, в общем... Тотемчик хилить-то атакует, это понятное дело, да, это мы знаем уже. Ну, короче, сложная вещь. Давай-ка я пока что свичну на Немезидку. Я хочу проверить все-таки, как она работает, хорошо ли она работает. Ее можно прицельно... А как прицельно стрелять, Оль? Зажимай. Ну, я зажал. Сначала надо зажимать. Если ты начал атаковать и зажимаешь, это не получается атака. Не, я вот зажал, но она не атакует. Она атакует только после того, как я отпущу кнопку. Это нормально? Один, да. Это вот так. Нормально, да? Прицеливается, и ты атакуешь. А, то есть это один прицельный выстрел, по сути. Ну, как бы и два. Ну, не суть. Но зато оно по области там фигарит. Да, в целом идею-то я понял, но такое. Такое себе, конечно, такое себе. Ладно, будем проверять, как она хилит, Оль. Не единичкой точно. У ворот там хилит она. Угу. И только когда я держу в руках Немезиду, да? Долго ли эта дэшка работает? Дэшка увеличивает хил на 30 секунд. 10 секунд. Переключение на другое оружие отменяет этот эффект. Ну и пофигу. Короче, тема следующая. То есть я вот побил. Получается, да, переключился на Немезиду, дэшнулся, переключился на другое оружие. И... А у меня хилка у меня остается как раз, да? У меня хилка остается, прекрасно. Пусть и ненадолго, но в целом все равно это дополнительное выживаем. Окей. Надо будет проверять, надо будет тестировать этот момент. Дамага, правда, у меня стало меньше. Я сейчас ожидал немножко иного от Немезиды. Ладно, давай я ее тогда пока прокачаем. Я все-таки думаю, что именно Немезиду мне надо будет использовать. Ну, скорее всего. Я думаю, это так. Так, у меня катастрофически не хватает восьмиугольников. Я прям в шоке. Их настолько не хватает, что просто ужас какой-то. Я смог прокачать Немезиду только до 60 уровня. Только до 60-го. Это ужасно. Это просто отвратно. Что мне в нее вставить? В Немезиду. Ну, я хил вставляла. Который давался за... 7 законченных... Вот, мне нужно 7 законченных. Где ты взяла эту релик? Признавайся, какой у тебя... У тебя клока есть. Где ты взяла клоку? Клоку у меня СССР. СССР она. Клон СССР. Клока. Не клон, а клока. Это этот, накидка, невидимка. Накидку я с этих сундуков вытащила. Ну как? Сундук давались с реликтами, я их вытащила накидку. Сундук с реликтами. Это выдавалось. А, у меня тоже есть. Да, частями. Я понял. Я вытащила. А, накидка говно, да, насколько я понял? Ну, так. На несколько секунд делает тебя невидим. Призывает Ховерин Кэнон на 20 секунд, 240 секунд кулдаун. В общем, стреляет лучом. Делает какую-то фиговину. Есть лава-бомб на 45 секунд кулдаун. Мне нравится. Да, мне нравится. Давай-ка я гранату возьму. Звучит прикольно, да? Все, у меня есть лава-бомба. Мы как раз, смотрите, взяли лава-бомбу. Я просто... У меня тут миллион сундуков, можешь на стриме посмотреть. Тут реально огромное количество, я их просто не открываю. А вот, дальше. Тогда мы забираем вот здесь раз. В седьмом чаптере.
Их 4 дают прямо? Да, их полностью дают. Полный набор фиалок дают. Да, полный набор дают. На хил. И ты это вставила в... Я вставила 3 и одну легендарную вставила. Угу. Ну, там просто, там же 3 все равно бонус идет. Ну это да. Там пофиг, что 4-я будет. Согласен. Просто легендарная тогда лучше вписывалась. Так, сюда вставляем такую же бам. Увеличивает скорость зарядки орудия. А, ну в целом неплохо. Да не то. На 10... А вот в чем разница? На 10%, 12,5%, 15%. За счет чего повышается этот процент? Видимо, чем больше этих стоит. Сейчас я посмотрю. Если, например, я ставлю еще одну такую, то сколько будет? Все равно будет 10%. Оно не работает так, нет. Если 3 штуки будет с одной звездой, то дадут 12,5%. Если эти все 3 штуки будут с двумя звездами, то 15%. С звездами? Да. То есть, если у тебя повторка такой же выпадет... Я понял. Это хитро. Есть. Это хитро, да. Я уловил, да. Я уловил. Так, Самирок пока снимать не буду, я сниму вот отсюда заменю, с ножа сниму. Научить как посмотреть? Что? Тебя научить как посмотреть это? А, да, научи. Вот ты поставь их. Поставил. И тебя нажми на какую-нибудь матрицу из ножа. Этого там. У тебя вот эти вот проценты идут, да. А потом снизу... Да, я вижу звезды. Но при нуле вот это, при единице, вот это, я уловил. Да. Tap to view. Вижу. Вот. Да. Все, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так, хорошо. Ну, будем немножко прокачивать. Качать-то и нечего, господи. Нету матриц на улучшение. Все, я теперь лошар 16500. Все, ты от меня... Сказочно оторвалась. Чуть-чуть прокачалась. Да. Матрицами, кстати. Матрицами. Ну, матрицы хорошо дают. То есть, если матрицы до 45 поднять, у нас по 20 косарей будет, я думаю, примерно. Ну... Так как она стреляет вообще? Она может стрелять? Может? Да нормально она стреляет, хочу тебе сказать, Ора. Да вообще нормально она стреляет. Ты чё вообще? Нормальный урон. Ну, я тебе и не говорила, что плохой урон. Не надо мне тут рассказывать. Ничего себе хилка, блин. 5600 дамага, алло. Какой нафиг 5600 урона на хилке? Да у тебя, может, эти хорошие бафы. 700 экспи. А если просто стрелять? Он, правда, по одной цели, конечно, стреляет, да. То есть, понятное дело, то, что если брать Самира, к Самирке жестче. Кстати, а чё она по набору? У неё достаточно слабый чардж, к сожалению. Да. Поэтому на ней и стоят эти. Увеличение набора. Ну, тогда, в принципе, то на то и получается. Это окей, вполне. Я думаю, что плюс-минус то на то. По чарджу будет. Единственное, что она все-таки подольше набирается. Но с другой стороны, у меня будет постоянный отхил. Дополнительный. То есть, по идее, под тобой я бессмертен. Условно. Но если меня только какой-нибудь собик с одного удара не убьет. Я, если честно, в шоке от этого собика. Собик это абсолютно поломанный рунический медведь из Elden Ring, ребят. Который просто... Ну, рунический медведь, правда, я не помню, чтобы убивал с одного удара прям. Хотя, учитывая, что я никогда не прокачивал здоровье, меня постоянно все убивают с одного... Это не важно. Но суть в том, что собик меня, как танка, убивает с одного удара. Когда он вылазит. И это жесть. Это просто неадекватный бред. Мне надо как-то залезть наверх. Только как я это сделать, я не знаю. Я здесь не залезу же? А, здесь залезу. Хорошо. Интересно. Тебе рассказать?